В Запорожье стартовал 4-й театральный фестиваль «Золотая Хортица». В этом году его концепция связана с театром и кино. Открывал фестиваль один из самых известных театральных коллективов страны – Центр современного искусства «ДАХ». На первом спектакле «Золотой Хортицы» побывали наши корреспонденты. Киевский «ДАХ» – театр известного украинского режиссера Влада Троицкого привел в Запорожье свою последнюю экспериментальную работу «Эдипа». Достаточно шокирующий спектакль как по содержанию, так и по форме. Здесь зрители и актеры поочередно оказываются в железной клетке, становясь то зрителями, то действующими лицами. Мы только что закончили «Эдипа». Это такой странный «Эдип». Большой проект, который, может, 3 или 4 года им занимаемся. И это финальная его версия. Она достаточно жесткая по отношению к публике, по отношению к Украине. Очень провокативный спектакль. В спектакле киевского «ДАХа» «Человек-подушка» и «Девочка со спичками» запорожские зрители могут увидеть 18 сентября в 15:20. Кроме того, 19 и 20 театралов ждут встречи с театральными мастерскими «Студия Парис», «Киев», «АСБ» «Санкт-Петербург», театральными коллективами из Минска, Харькова и Одессы. Можно сказать, все звезды современного украинского театра здесь, но тут же еще вот Минск, который обязательно надо посмотреть. Удивительный спектакль, удивительная актриса. Они так трактуют Чехова, что я думаю, что так никто не может даже предположить, что можно так сыграть Чехова. Кроме того, в рамках «Золотой Хортицы» с 21 по 23 сентября будет показана кинопрограмма фестиваля «Гоголь-фест-2010». Начало в 19:00. Продолжится фестиваль 24, 25 и 26 сентября. Начало спектаклей в 15 и в 19:00.